Всем привет! Вот уже ZBrush 2019. И применим эти фишки этой программки уже на наш сундук. Ну что, давайте добавим теперь к сундуку каких-нибудь надписей и цепей. Посмотрим, что получится. Так, зайдем в Z-плагины. Текст 3D. Новый текст. И пишем сундук мертвеца. Жмем Enter. Заходим в Subtools. Находим наш текст. Вот так вот смотрим, что да как. Теперь в геометрии Size и уменьшаем его. Вот так вот. В Subtools оставим только пока текст. Ну и посмотрим, что с ним можно сделать, да? Так. Ссылки на видео по текстам я скину под видео. Посмотрите, может кому-то что-то будет нужно. Включаем ротацию. Жмем Bend Arc. И попробуем все это дело немножко изогнуть. Вот так вот. Теперь жмем Move. Жмем Gizmo. И вперед вот так все это дело вытягиваем. Немножко вот так вот подгоняем. И давайте все это дело еще уменьшим. Вот так вот. Еще немножко ротации, немножко Bend Arc. Вот так вот. Вот такое что-то получается. Теперь давайте сделаем толщину. Вот таким вот образом. И с помощью ротации Move отключим Bend Arc Gizmo. Вот так все это дело сюда немножко примастырим. Ну вот уже прикольно. И надпись появилась выпуклая. Классно. Еще давайте немножко Move. И немножко поглубже. Вот так вот. Все прикольно. Буквы вставили. Можно на английском это тут написать. Можно лозунг какой-то там пиратский вставить. Можно даже длинное что-то написать. Так, ну что, теперь цепи. Добавим немножко цепей. Жмем Subtools. Находим вот эти все наши крышки. Делаем дубликат. И находим сам сундук, нижнюю часть. Делаем дубликат. Вот так. Теперь крышку поднимаем одну. К верхней части вот к этой. Ну и давайте все это дело объединим. Жмем Merge Down.
И вот так вот, окей. Вот такой сундук отдельный. Для чего нам это надо? А вот теперь выберем кисть, цепь. И посмотрим, что можно с этим делом сделать. Так, ну и что, добавим цепи. Жмем, протягиваем, Shift. Вот так вот все дело сейчас выровняем. Вот такая штука получилась. Вот так вот. Снимаем курву. Смотрим, что да как. Делаем Ctrl-W. Делаем. И теперь все это дело можно отделить. Также можно сделать еще одну цепь, вот так вот. Вот таким вот образом. Снять выделение и с помощью MOV, зажатым Ctrl, вот так все это дело перевести. Так, ну это дело теперь надо отделить. Жмем Split. Grow Split. Окей. Так, вот они цепи. Сундук вот этот можно уже удалить. Delete. Окей. И вот она у нас цепь. Объединяем, включаем все сабтулы. Вот такая штукенция получается. Геометрии. Size побольше. Переключимся на другую цепь. И опять же геометрии и немножко сайза. Вот так вот. Так, ну в принципе вот эта цепь-то уже и лишняя, наверное. Ее можно удалить. И потом уже на всей модели сделать, окутать, когда будем собирать ее. Delete, окей. Ну вот нормально, в принципе. И цепи на месте. Еще замки можно повесить, но это уже как пойдет. Так, все, теперь давайте все это дело объединим. Допустим. Вот это у нас идет крышка. Жмем Merge Down. Окей. Теперь найдем, давайте, нижнюю часть. Вот такой сундук получился. Все, всем пока, до свидания.